Тебе сегодня надо попытаться отвоевать несколько голубых клеточек. Это Дора с вашей школы, с вашей гимназии. Она в 5 классе учится. Ты в 4-м, вот, а она вот, вот эта вот Дора, она учится в 5 классе. Смотри, сколько у нее клеточек. Она хочет вас всех завоевать. А на моей даже клеточки завоевал. Ну да, он твоих, он уже... Поэтому тебе сейчас уже будет отвоевывать обратно. Так, Настя, давай сначала мы с тобой пройдемся по группам, да? Угу. Так, вот это у нас была группа, правильно? Угу. Вот это тоже было. Да. Это про что? Ну, вот это было, да, у нас? Да. Угу. Так, дальше. Не было такой. Не было. Не было. Была. Угу. Была. Только я плохо с Хью помню. А мы подсказки здесь смотрели? Вот у некоторых слов не было подсказки. Мау, косить, это будет корова. Му. Была, да, такая подсказка? Да, была. А здесь? Показывать. Телешоу было вот такое? Телешоу. Было. Сеть. Совать. А, не было такой подсказки. Вот, смотри. Совать. Совать. Да, ты можешь там не шуметь, пожалуйста. Со. Пилить, распиливать. Сорить опилками. Да, была такая. Хью. Не было такой подсказки. Другой. Стрю. Разбрасывать. Была такая подсказка. Так, все, да? Да. Стихотворение тоже у нас вот это было. Да. То есть ты вспоминала, правильно? Да. И вот это тоже было. Да. Так, а вот этого, скорее всего, у нас не было. Не было такой формы еще пока. Значит, сегодня нам нужно будет взять вот эту группу. Угу. Вот эту группу. 11. Возможно, вот эту и вот эту. То есть на тест обычно хватает 20 минут. Ясно, да? Угу. Сколько групп мы успеем взять, ну, столько успеем. Итак, группа номер 8. Из той же, из первой категории. Это у нас, по-моему, последняя группа из категории, где третья форма заканчивается на звук «не». Ты меня слышишь? Да. Угу. Обрати внимание, да? Третья форма, конечный звук «не». Вот. Угу. Вот, видишь? Да. Так, что у нас в этой группе? Эта группа называется «э-э-он». Первая форма «э». То есть пишется «и-э-а» и читается «бэя», «тэя», «уэя», «свэя», «фобэя». Исключение «шия» будет не «эя», а «ия». «Шия». Угу. Вторая форма «о».
бо. Ашиет вообще как у правильного глагола, видишь, да? Ну и в третьей форме орн. Он, бон, тон, ворн, свон, фобон, шон. Что ши делает в этой группе? Ну, то, что у него третья форма похожа. Видишь? Он попал, этот глагол сюда благодаря третьей форме. Так, значение ты знаешь? Бея, что это такое? Рожать. Бон рожден, все верно. Бон. Но Б в этом значении уже редко используется. Это нести, перенести, вынашивать. Тяжесть, груз, ответственность. Вот, например. Видишь? Вынести, перенести. Вот это вот Б. Ясно, да? Б. Вот. Тут подсказка есть бремя. Бремя – это груз. Тут, правда, не выделилась еще вот эта вот буква И, вот здесь получилось бы Бея. А Бея похоже на Бея. Вот так. Угу. Ну, вот тут такая еще есть подсказка. Бремя. Тяжко, тяжко бремя белого человека. Ну, это кто поймет, то поймет. Понятно. Так. Тетотон. Рвать. Подсказка терзать, вот здесь тер выделено, тер, и растерзать, тоже тер, терзать, растерзать, тер, тея, терзать. Подсказка растерзать, вот, ну, тут, в общем, понятно, да? Угу. Вот, ну, и вот терзать сердце, например, терзать, тея, запомнила? Да. Хорошо. Wear, wore, worn. Носить одежду. Wear. Здесь следующая подсказка. Wear, носить одежду. Верить, что король носит платье. Ну, это из сказки, ты знаешь, да? Знаменитая да. сказка. Вот. То есть верить, wear. А для прошедшей формы wore. Есть такая поговорка, вор на воре и шапка горит. Не знаю, слышал ты такое, нет выражения? На воре и шапка горит. Не слышала? Нет. Ладно. Вор надел шапку, и она на нем загорелась. Угу. Она стала выдавать. Смотрите, это вор, вор, вор. Запомнила? Угу. Во-вор. Во-вор. Следующая подсказка у нас тут. Верхняя одежда. Тут вверх. Верхняя одежда. Wear вверх. Ну и самая лучшая подсказка. Так получилась она номер 4. Павлин носит веер. А веер похож на wear. Угу. Запомнила, да? Да. Так, swear, swore, sworn, клясться. Swear, swore, sworn. Подсказка. Сверять, заверять. Что такое сверять, заверять? Показывать что-то или говорить, чтобы нам поверили. Это похоже на клятву. Mm-hmm. То есть, и в слове swear, и слово вера, правда. И сверять, и слово вера, правда. И заверять. Да. Ну, подсказки вот. Сверять время, например, вот ты видишь, да? Сверять. Да. Заверять. Ну, вот, например, через документ заверять, что что-то является правдой. Угу. Так. Следующий. Фобея. Фобо. Фобон. Воздерживаться. Фобея. Фобо. Фобон. Воздерживаться. Это же слово можно было добавить в стихотворение, наверное.
Фобо, да, можно, можно. Подумаю над этим. Так, подсказка. Фобия от чего-либо. Знаешь, что такое фобия? Страх. Не знала. Ну, например, клаустрофобия, боязнь замкнутого Пространство. пространства, да. Аэрофобия, боязнь летать на самолетах. Ну и Понятно. там ксенофобия. Ксена это как бы иностранцы, то есть боязнь иностранцев. Запомнила? Вот. Фобия, боязнь. Ну вот, фобия. Видишь, у него фобия. И он фобей. Он поэтому воздерживается, ну, показаться наружу, например. Он сдерживает себя. Да, сдерживает, все верно. Шие шоун. Стричь овец. Шие. Ну, здесь подсказка. Шерсть, шие. Шерсть, вот смотри, шерсть. Похоже, шия, шерсть. Похоже. Так, теперь давай посмотрим, какое у нас тут стихотворение. Было у нас, не было. His clothes are torn. Его одежда Была порвана. порвана. Because he has worn. Потому что он носит. Ее самого рождения. Them since he was born. С самого рождения. He has always worn. Он всегда клянется, да? To wear what's torn and worn. Носить то, что порвано и изношено. Все верно. У нас такое было стихотворение, но только без картинок. Понятно. И вот это тоже, да? He swore he tore no jeans he wore because. Да, были. Поехали. His clothes are too bare. Наша третья форма здесь. His clothes are born. Родил и у него род. Ой, его одежда родилась. Нет. His clothes He are closes, а так closes. His clothes are torn because he has born. Потому что он родился. Его одежда порвана, потому что он родился. Так что ли? Даже не Почти. родился, а перенес там что-то. Его одежда порвана, потому что он перенес какую-то тяжесть. Потому что он выстрадал. Has born. Поняла? А что должно Because быть? Он носит. he has worn Worn. Все верно. them since he was born. Да, а вот здесь все правильно. He has always worn. Swan, Свон. да, от слова swear, сверять, вера, правда, сверять, заверять, swan. He Запомнила? has always sworn to wear what's torn and изношена и порвана. What's torn and износить. Ну, носить-то у нас. Какая была подсказка? Давай, давай. Носить король. Еще павлин там был. And born. Worn. And born. Worn.
стихотворение. Хин. Он клялся, что он не рвал никакие джинсы, которые он носил. He swear he... Нет, 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 у тебя прошедшая форма, вторая. He swore. He... No jeans. He... He... Носил. Swore. Because they bore his weight. Because they bore his weight. Хорошо. Так, давай чуть-чуть поразминаемся, да, тестики поделаем, а потом продолжим дальше, да? Так, вот эта группа, вот это. Много. И вот это. Все, готово? Да. Стривен. Угу. Ну это ты у самой же себя не смогла отбить, получается, да? Угу. Смайт. Угу. Блоу. Блю. Еще раз посмотри на эту группу. Видишь? Везде блю, грю, ню, срю, дрю, виздрю, фрю. И тебе надо запомнить, что эта группа, вот эта одна группа, блю, грю, ню, срю, дрю, виздрю, флю. Благодаря чему? Благодаря вот стихотворению. Там, где у нас про I knew in amateur, he dream as a nature. Да, вот the wind grew strong, it blew too long, it threw things high, they flew in the sky. People withdrew. Запомнила? Stride. Как еще раз? Stride. Stride. Да, у тебя было Т в конце. Стривен. Еще раз. Стривен. Эризен. Смайт. Блю. Страйв. Угу. Ну это ты у себя же, да, тут свое же время улучшаешь. Угу. Сейчас посмотреть. Стрюд. А это другая группа, в отличие от где вот дуть, убегать здесь, как в прошедшем времени у правильных глаголов. Вот посмотри, видишь, идет double, иди придобавляется как у правильных глаголов. Mowed, showed, sowed, sawed, hewed, strewed, sewed. Drove. Друг. Угу. А, и еще. Ты знаешь, да, у тебя немножечко какие-то доли секунды. Ты медленнее, потому что ты по скайпу еще отвечаешь. А все большинство ты сразу напрямую. Понятно. Так тебе чуть-чуть сложнее. Шоу. Так, шоу, да, ты сказала? Да.
Виздрю. Да, ты вот из этой вот группы, видишь? Сод. Нет, у тебя сод это пилил. А у тебя соуд. Соуд. У тебя должен быть дифтонг. Соуд. Соуд. Broken. Как-то неуверенно, долго. Ну, правильно, да. Стричь овец. Не помню, что за подсказка была. В общем, я останавливаю, да? Да. Подсказка шерсть была, правильно? Да. Shed. Shed Sean. Сод. Как еще раз? Сод. Сод. Хорошо. Ridden. Awoken. Woken, на самом деле. Woken. Stole. Steal. Steal. Woken. Depression. Брен. Нет, это бо. Бе-бо. Бон. Бо. Блоу. Ну что-то ты тут долго. Почти. Гроу. Grown. Driven. Smart. Written. А что я сделал? Это, ну, я тебе вот не могу это засчитать. Райс. Да, я знаю, что ты правильно, но... 0,15. Да, 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 это просто... Это у меня палец как-то неправильно дернулся. Носите одежду. Во! О, ты завоевала пустую территорию, да? Заняла пустую территорию. Chosen, да. Это вся группа такая, смотри, видишь? Дифтонги. Да, дифтонги и плюс согласный и плюс N. Hewed. Hewn. У нас Hewn. Же везде N должно быть в конце. Вот, видишь? Вот у нас эта группа. А, категория конечная. Категория же первая. Spoke. Draw. Рвать. Рвать. Ой. Рвать.
Ну, в общем. То-те, то-тун. У нас там терзать было, посмотри. Тер-те, тер-те, терзать. Что я сделал? Что я сделал, что я не пойму? То есть как ты? Подожди, а как ты сказала? Сью же ты сказал, у тебя Сью. неправильно. Соу. So. А там, когда вы только-только... Там было вывешено. Одерживаться. Фло. Нет, фобея. Фобея. Да, у нас там было фобия. Боязнь, фобия. Косить, косить, косить. Моу. Д. Но ведь это должно было быть раньше. Видишь, мод. Стричь, стричь, стричь овец, овец, стричь, блин, опять забыла. Щед, щед. Шон. У нас же третья Шон. Форма, везде не должно быть. Шон. Клясться. Сво. Сво? Свод. Так как? Выбирай. Сво или свод? Или свед? Как? Сед. Не понимаю. Свед. Свед. Неправильно. Сво. Так, давай договоримся. Сколько еще слов, и потом переходим к следующей группе. Пять. Пять слов, хорошо. Разбрасывать, разбрасывать. Стрюн. Стрюн. Стрю, стрюд, стрюн. Стрюн. Растикать. Хьюд. Так, хьюд. Так, еще три. Струден. Еще два. Фриз. И последний. Блоу. Так. Ну все. Так, все, на этом. Значит, пока. Хватит. Так. Здесь я тебе пока включу стихотворение. Ты. Может быть, у нас оно было, но ты, значит, если был, тогда повтори. Не было, так поизучай. Я сейчас подойду, хорошо? Thank you.
Алло? Алло. Было у нас это стихотворение? Не было. Не было? Угу. Ну, давай тогда ознакомимся сначала с группой, хорошо? Угу. Это уже у нас вторая категория, как ты видишь, да? То есть, третья форма. Конечный звук уже будет не «не», а «т». «Т». Все верно. Конечный звук у нас будет «т». Причем во второй категории вторая и третья формы еще и совпадают. Поняла? Да. Посмотри, вот здесь совпадает вторая и третья форма. Эта группа у нас называется «от-от». Ну, или просто «от». Что у нее общего? Ну, во-первых, 4 буквы UGHT для всех глаголов, которые эти буквы с гласной буквы перед ними, например, A или O, дает долгий звук О. И вместе получается от, кот, тот, бот, бронт, фот, сот, сот, бесот. Угу. Хочешь сама произнести или как? Хочу. Есть желание, хорошо. Catch, cut, cut. Teach, taught, taught. Buy, bought, bought. Bring, brought, brought. Fight, fought, fought. Seek, sock, sought, oh, sought, sought, sought. Think, sought, thought. Beseech, besought, besought. Так, давай теперь попробуем отгадывать слова. Окей? Так, первое, catch, это что у нас? Ловить. Проверяем. Catch. Ловить. Поймать. Так? Угу. Teach. Учить. Buy. Покупать. Bring. Это слово не знаю. Приносить. Приносить. А. Fight. Это огонь. А, нет. Fight такой. Не знаю такой. Драться. Хе, прикольно. Сражаться. Seek. Seek. Сик-сик. Это будет смотреть. Искать. Искать. Разыскивать. Ну, почти. Да. Think. Думать. Правильно. И beseech. Беситься. Это подсказка, кстати. Подсказка. Умолять, упрашивать. Вот. Да. Теперь давай посмотрим подсказки. Так, ну у catch, кот-кот, ну вот сам кот, в общем-то, является подсказкой, да? Нет, кот поймал мышь, да? Кот. Угу. Ну и вот еще cats, catch, mice. Так, у teach у нас подсказка teacher, тычет указкой, видишь? Тычет указкой. Buy, покупать, скажи деньгам goodbye. Bring, принести, значит, колокольчик звонит и служанка приносит. Звонить будет rings. Колокольчик rings и служанка brings. Fight, здесь, по-моему, нет еще подсказки. Seek, сот, тоже нет. Думать, think, ну так себе думать, заниматься починкой мысли, так пока.
и умолять, упрашивать. Здесь вот именно бесить. Но тем, что когда тебя долго умоляют, упрашивают, надоедают, бесят. Но я пока еще не добавил эту подсказку. Ясно, да? Угу. Так, теперь, значит, стихотворение. Оно у нас одно здесь, да, одно. A rich man bought a diamond and brought it home and put it in the safe. He thought that it was safe, but the safe was fallen and the diamond was stolen. So then he sought the thief and caught the stealer. They fought. A good lesson was taught. The thief besought the man to show mercy. Понятно все в этом стихотворении? Да. Так. Только ты... как произносить слово safe? Какое? Safe? Нет. В предложении so then he thought the... И дальше слово какое? Thief? Thief, да. Угу. Thief. Thief. Сейчас, секунду. Алло, тебе сейчас Алло. Нужно будет прочитать. Хочешь сразу так читать или уже сразу, где картинки? Сразу, где картинки. Но только здесь нужно будет вспоминать слово, да? Ну, сейчас сначала просто прочитай. Так, еще раз читать будешь? Да. Хорошо, читай. A rich man bought a diamond. A diamond. A diamond and brought it home and put it in the safe. He thought. Thought. That. Не. He thought. Mm-hmm. He thought what it was. Нет, не вот, это that. Mm-hmm. He thought. That it was safe, but the safe was fallen, and the diamond was stolen. So then he sold the thief, mm-hmm. and caught the stealer. They fought. Mm-hmm. A good lesson was taught. The thief besought the man to show mercy. A rich man. Не помню первый глагол. Купил. A rich man купить bought a diamond and положил. Нет, не положил, он принес. Принес. Угу. И and till. Нет, приносил. Bring. And bought. Bought это купил. And brought it home and запрятать в сейф. Положил. And положил в сейф. Класть. Ну, это же простой глагол. Ну, в смысле, легкий глагол. Класть. Put. Put. Uh-huh. It home and нет, put. Нет.
Вот здесь же. Зачем тебе здесь? Здесь ничего нету. Вот пропущено. Eat home and put it. Eat home and put it in the safe. He think... В прошедшем времени. У нас везде все одинаково. He thought that it was safe. But the safe was stolen. Не-не-не-не. Свален. Свален. Похоже даже. Свален. Свален, свален. Fallen. Fallen. And the diamond was stolen. So then Sick thought he thought the thief and поймал. And ну, ловить как будет. А, and caught the stealer. They подрались. Ой, здесь все легко, здесь только ты от подбираешь какую-нибудь буковку, скорее всего. Висот. Фот. They fought. They fought. A good lesson was besought. Нет, преподнесен тот. Тот. A good lesson was taught. The thief besought the man to show mercy. Так, вот это у нас группа. Да. Вот что там такое? Вот. Сейчас, секунду. Чё-то... А, 11, правильно. Так. Поехали. Будет woken. Woke. Woke. Woke, точнее. Awoke. Поддался. Moved. Moan. Moan. У тебя уже 59 золотых очков. Это нормально. И 40 либра. Разбрасывать разбрасывать, как песок, например, по ветру разбрасывать. Струится. Запомнила? Вэвн. Woven. Woven. Spoke. Носить одежду. Van. Worn. Worn. Да, но здесь через стихотворение в третьей форме, вот. His clothes are torn because he has worn, носит. His clothes are torn because he has worn. И еще вот. To wear what's torn and worn. Носить то, что порвано и изношено. Порвано, torn.
изношено он. A rose. Strive. Как еще раз? Strive. Ты в почетче, хорошо, а то у Strive, тебя на ф может похоже, да. Ты побила свой собственный рекорд. Ты только себя сегодня в основном бьешь, да? Driven. Road. Покупать boat. Woken. Awoke. Awoke. Smite. Хорошо. Райс. Воздерживаться. Фобен. Ну, рядом, рядом. Фобо. Фобо. Фобе, фобо. Ну, фоб вытащил, уже хорошо. Пилить. Сод. Ух ты, это что, пустая территория? По-моему, она была заполнена. Нет, вот она. Угу. Вот, видишь, горит. Да. Мамочка. Right. У тебя 22 клеточки, кстати, твои. Вот видишь, 22. Здесь 22 твои клеточки. Учить. Да, здесь можно не спешить, кстати. Чтобы золотую очку заработать. Тот. Right. Тот. Ты сама себя что-то перебила, да? Да. Так что же было, вот именно вторая форма, да? Да. Как тебе повезло. Soap. Еще раз. So. So. Дифтон. So. 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 У тебя оба варианта были неправильные. Хотя у тебя вон твой же вариант здесь есть правильный, смотри, 5700. Воздерживаться. Я же его сделала. Нет. А при чем тут сделал, не сделал? Они выпадают вне зависимости. Нет, ты там неправильно сделал. Ты сказал фобон. А что я тебе сказал? Фобо. Я тебе что, сейчас помог, что ли, получается? Ну ладно. Не жалко, тут все равно 19 секунд. Это время долго не будет здесь держаться. Ладно, пусть тебе достанется. Broke. Drove. Драться. Драться. Flow. Fight. Fight. Вот. А, было такое, я слышала, fight, это там мы начинали драться. Говорить слово fight. Это вот здесь, вот смотри. Видишь? Вот. Вот он поймал вора и they fought. Fought, они дрались. Steal. Fought. Как это тебе опять так повезло-то? Не знаю. Так вообще нечестно немножко, но
Ну как нечестно? Другим тоже так может повести, правильно? Должен же быть элемент везения. Ridden. Draw. No. В прошедшем времени. New. Да. Verb. Ну, немножко. Drawn. Умолять. Бесо. Бесич. Бесич. Бесить. Просыпаться. Waken. Woken. Woken. Типиси. Бон. Бо. 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 Fly. Wake. Catch. Кот. Кот. Принести, 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 принести. Bring. Сеть. Сод. Соун. 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 Блюн. Блю. Блю. Это из вот этой группы, смотри. Блю, блю, нью, трю, дрю, из дрю, флю. A reason. Нет, там reason было, ладно, ничего страшного. Right. Frozen. Froze. Froze. Right. Не помнишь, что ли? Нет. Дрон. Дрон. Thrive. 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 Подсказку утраивать, да? Thrive. 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 Draw. Ты что-то подустала, что ли, чуть-чуть? А? Нет, все нормально. Нормально? Так у тебя внимание уже такое немножко рассредоточенное. Так, давай договариваться. Сколько слов? Два слова. Сколько? Два слова. Еще два слова, да? Окей. Noun. Ну, чуть-чуть, чуть-чуть, смотри. Вообще-то noun. 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 Не noun, а noun. Это ошибка, поэтому не могу засчитать. И последнее слово, да, у нас осталось? Да. Moon. Вот это правильно. Да. Ну, все тогда, да? Да. У тебя 25 клеточек. Вот. Почему-то странно он засчитал как-то 24. Там же твоя же, ты свою же клеточку. Почему прибавил тут? Неясно. Ну, сейчас вот так вот перепроверим быстренько. Посмотрим, что к чему там у тебя. Так, да, 25, все правильно. Вот. Ну, все тогда на сегодня. Угу. Всего доброго. Goodbye. Goodbye.